Друзья, всем привет! У моего дорогого друга, у моего вертеича, радостное событие. 600 тысяч подписчиков на канале, на YouTube-канале, вы понимаете? То есть сейчас в ТикТоке вот эти вот цифры, это уже много, у него на YouTube 600 тысяч. И в знак того, что я его очень люблю и уважаю, как разумеется, как друга и как всех прочих людей, мне бы хотелось посмотреть его видеоролик, который набрал больше всего просмотров за последнее время. Давайте приступим. Arizona Roleplay Phoenix, IP в описании, кстати. Замечательно! Я придумал очень классную идею. Какую, Вертеич? Уже успел протестировать. Офигеть, я уже, типа, только видос же начался. Сегодня я показала, что ролику нужен лям просмотров. В общем, да ладно. В целом, смотри. Вот бы моему ролику хотя бы 1010. Видите, что у меня есть. Стой! Стою. Подвези. Давай. Может, не надо? Ну, блин, ну, пожалуйста. Смотри, что у меня в руках есть. Вертеич думает, это смешно. Я думаю, нет, это прямая ссылка на 11 сентября. И все же, обратного пути нет, прости. Ты чё? Не... Стоп, минуточку. Если вы подумали, что я настолько ужасный человек, то спешу... Ну, успел уже немного. ...вас огорчить. Каждый пострадавший в этом ролике по итогу получил от меня по 500 донатных монет. Офигеть. Это очень много. И вы об этом... Думаешь? ...сами... Так это 250 рублей, по-моему. ...знаете. Кажется, я кого-то вижу на светофоре. Купацы! Че? Вы ложки! Ну да, вот вы думаете, а что он тебе сделает? Он же маленький. Ага! Вот сука, Мэнхант устроил, фух, блядь, Postal 2. Посмотрите, сколько я на них налепил. Надеюсь, ты не взорвешься вместе с машиной. Вот ты позывай, а музыка у них играет. Взрывай их нахуй, Вертеич. Ой, надейся. Меня заминировали. Нас какой-то дебил заминировал. На мне бомба. Время мести. Здоровки, пацан. Мне очень жаль, что сегодня повстречался мне именно ты. Помочь? Антон. Я вижу, у тебя машина сломана, правда? Да не стоит. Уверен? Да, все хорошо. У меня подарки есть, могу дать. Идем покажу. Маньяк-педофил, я за тобой не пойду. Какой осторожный парень. Стой, хочешь подарок? Гоу. На, и тебе тоже. Заебись, блядь. Ебаш. Не буду. Но где-то... О, добрый. Есть. Откуда у тебя? Я кое-где приобрел. Там не продают больше. Не говори. А, вот он. На себе. Ладно, взрывай. Давай. Чё за хуйня? А нахуй тот-то чел не взорвался? Видели эту хуйню? Я ебать шахит. Смотри, что у меня есть. Кнопочка. Полетаем? Бля, не тыкай. А что такое? Жить хочу. А кто не хочет? Один, два. Не взрывай. Держи, не взрывай. Тебе вот машина. Офигеть. И 10 лямов. Ваша офигеть. Остановочка. Кто по тебе стреляет? Вот этот вот писюн, он ушел. Наконец-то. Но просил передать привет. Сейчас нажму на кнопочку. Артём Вертейка, офигеть, ты взрываешь людей со своей фамилией, Вертеич, как же так? Да-да-да, давай уже! Да ты там! Ну что, пацаны, нажимаем? Раз. Да. Репорт жди! Два. Стой! Крутые парни не смотрят на взрывы. Что? Петух! Это было последнее твое слово. Кстати, почему ты так и не подписался на мой канал? Я подписан, не Вертеич, я подписан, вот 600 тысяч подписчиков у меня, все отлично. У меня уже скоро 600 тысяч. Нажмите уже на эту гадкую кнопку, а? Спасибо огромное. Хорошо, я нажал. Офигеть, сколько сейчас людей работает на шахте. Ну пусть работают работяги, Вертеич, не то, что ты там видосы снимаешь на ютубе. Приукрасим им немножечко жизнь. Ё-моё. Работа окончена. В смысле? Прямом? Нет, да. А одна вот эта вот динамитная штучка, она что, все да, делает? Да. Нет. Да. Полная да, хп отнимает. Все, отстань. Земля тебе писюном. Ну и выражение. Ты стоишь, смотришь. 10,2. Продай за 8 или тебе пизда. Предупреждаю. Ха-ха. Иди гуляй. 8 лямов или пиздец. Выбирай. Нет. Я заскринил, дебил! Отдаешь? На диктофон записал ее. Жди же бы! Стой, дурак, стой! Стой, у меня кнопка!
Нормально. Фига, он словил маслинку. Ебу! Мне, пожалуйста... Ой, это я бегаю. Не взрывай меня, не взрывай! Я бы такое не говорил, я бы сказал мне... Меня сейчас взорвут, на мне две мины, на мне две мины. Кнопочка! Нет, пыши! Кнопочка! Пыши! Кнопочка! Молю! Кнопочка! Пока! Нормально. Я на Теслу обменял. О-о-о. Не взрывай, пожалуйста, у нас розыгрыш машины, сука, не взрывай. У нас розыгрыш машины. По-братски, не надо. Убери их. Мины можешь убрать как? Кнопочка? Да я вижу, что, блядь, кнопочка. Мины сними. Не. Да что вы за мной бегаете? Не взрывай нас, пожалуйста, у нас розыгрыш машины. Правда? Да. А вон тебе жалобу сейчас напишем. Жалоба. Окей. Не беспокойтесь, с ними тоже все хорошо. Я на 1000% уверен, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да-да-да, так же сделаю. А сейчас советую вам посмотреть мои прошлые ролики. И всем до завтра. Давай, мои видосы тоже посмотрите, ребят. И еще Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54. Все это находится в описании. Переходите по подсказкам, вот тут вот они сейчас будут. Заходите, переходите, узнавайте. Так далее, все, заканчивается видос. Вот сейчас все будет. Переходите вот по всем видосам, вот тут вот.